Эй, друзья мои, всем привет, меня зовут Брейн, это Beast Battle Simulator. Если переводить на русский, это симулятор битвы зверей. Ну что ж, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Игрушка не так давно появилась в Steam, но уже завоевала огромное количество фанатов, поклонников такого вот трешака, который здесь творится. Есть сэндбокс-режим, есть челленджи. Ну, опции и выход, я думаю, мне объяснять не нужно. Давайте глянем челленджи. Это что-то подобие, я так понимаю, сюжета. Тут ты выполняешь определенные задания. Например, номер один — это The Birds у нас. Собственно, летит огромная стая голодных чаек, и их нужно каким-то способом, любым, какой найдешь, собственно, уничтожить. Как я понимаю, да? Ну, давай посмотрим, как это работает. Загружается такое, знаешь, незаурядное меню, на самом деле, как будто склепали за 5 минут где-нибудь его. Опачки, это уже интересно. У нас есть определенный бюджет, который можно потратить на то, чтобы этих чаек, собственно, завалить. Как мы будем это делать, давайте разбираться. Фух, так, Animals. Есть у нас остальные, видишь, два пункта закрыты. Есть, собственно, Dinos и Animals. Можно слонами, можно, в общем, любыми животными, которые, собственно, в голову придут. Вот, например, носороги, как я понимаю, гиены, свиньи. Давайте со слонов начнем, они у нас первые идут. Так, тут можно вот так вот двигать, а вообще двигается сама карта. Можно как-то поменять? Ладно, хорошо. Давайте хотя бы разберемся, посмотрим, как это дело работает. Так, он стоит у нас... Можно 50 юнитов использовать. Так, поехали. А носорога? Вот носорога поставим. Хиппо! Бегемотики! Хэппи Хиппо! Помнишь, такая вкусняшка? Жирафик! Жирафик готов у нас. Так, что еще можно сделать? Снежного медведя полярного. Давай вот сюда вот его забубеним. Что у нас в диносах? Брациозавр! Господи, он стоит ни хрена себе так дорого, я тебе скажу. Поэтому купить его, увы, сейчас не получится. О, да! Рапторы! И компи по 20-очки. Это совсем такие бибешки маленькие. Смотри, можно их тут несколько поставить. Я не уверен, что эти ребята смогут с чайками как-то взаимодействовать. Давайте смотреть. Хо-х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 о
Что это за садомия тут была? Чаечки, а что не красные? Какого лешего, мать его? Так, мы победили. Space, собственно, нажми Enter, если хочешь переиграть. И нажми, собственно, Space Bar, чтобы продолжить. Не забудь, мать его, лайк поставить. Потому что такой эпик надо как-то проходить. Я понял, почему они красные, а эти, собственно, синие. Сейчас мы этот вопрос исправим. Дальше у нас идут вооруженные свиньи. Это даже не знаю, как назвать вообще. В общем, мы должны уничтожить свиней, а свиньи против тиранозавра Рекса. Ну ладно, давай посмотрим, как это будет работать у нас. О боже, какая жесть на самом деле. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Подожди, то есть я, что я могу, кэноны, лазеры. То есть я могу на свиней навесить какие-то перки. В данном случае это могут быть лазеры, бочки взрывоопасные, шотганы или флеймерфрауэры. То есть, какое произношение охеренное. Так, а нет, подожди, не могу навесить, что ли? Миниган? А на свинушку мини... Можно, смотри, 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 во. Фу-хо-хо-хо-хо-хо-хо, ёбаный свет. Подожди, стоять. Во. Этот ряд свиней у нас будет вооружен и опасен. Что я могу дальше сделать? Миниганы. Подожди, так мы миниганы уже сделали. А лазеры? Давай посмотрим, как работает лазер. Лазер вот на голове. Вот так вот у нас. Собственно, 16 тысяч баксов. А, 16 тысяч косарей у нас. 16 тысяч косарей лишь. Что за мать твою творится здесь? Так, ладно, шотган. Давай сделаем парочку шотганов. Ну, а я не знаю, получится ли убить тиранозавра Рекса. Он действительно очень злостный хищник. Здесь, кстати, графоний не такой, не очень даже неплохой, могу сказать. Смотрится все красиво. Живодерски, эпично. Так, что мы делаем? Давай попробуем лазерочек собачить вот так вот. Вот так вот аккуратненько. И вот этой свинья. А эти три у нас останутся... Нет, не с носом. Мы им поставим флейерганы. Сюда, сюда и сюда. Поехали, ёпты. О, да! Твою мать! Черт меня дери! Господи Иисусе, у него горит! Я надеюсь, не пердак. Он, блядь, расхерачил и все в говно. Посмотри, свиней моих! Господи Иисусе! Его ёбнули, нет? Тебя убили, мудень! Какого хрена это было? Твою мать! Это пиздос, товарищи! Это просто жесть какая-то! Осталась одна единственная свинья, она повалила его! Она его просто взяла и повалила нахрен! Мы победили! Я не знаю, как это получилось. Вот эта вот очумелая свинья, судя по ее роже, сама охерела от увиденного. Брейн, ты че, ебу дал? Примерно так, наверное. Блин, ну хряк реально забавен. Что внутри хряка находится?
Внутри хряка находится пустота, а у тиранозавра нету пипки. Но мы продолжаем играть, друзья мои. Beast Battle Simulator. Поехали дальше. Третий наш челлендж называется Baby's First Soccer. Я вижу свиней, и я вижу, по-моему, таксы. Teeny Animals Challenge Game Teeny Soccer. Давай попробуем поиграть в футбол. На самом деле, это очень интересная, оригинальная игрушка. Я очень вам советую поиграть. Жаль, что мы не поиграли, когда она была в бета-тесте. Нам, к сожалению, разработчик ключ не предоставил. Так что попробуем сейчас, когда она релизнулась в Steam уже. У нас есть таксы, и у нас есть свиньи. Я так понимаю, что... А что я могу сделать? А, я должен сделать вражескую команду сейчас. Я могу поставить вот таких вот динозавров. Ничего, нормально, блин. А чё? Чё удивляться-то? Так, давай поставим... О, все что ли? Собак... О-о-о, прости, братиш, но тебя придется убрать. Можно собак поставить. Вот так вот много собакенов. Можно поставить свиней, Это что такое? Что такое? Это какие-то эти кабаны, что ли? Вепрь дикий. Так, тихо, отсюда вепрь убери. Пингвины, динозавры, буффало. Медведя можно заебашить, он на воротах будет стоять. Медведь, почему бы и нет. Так, свинья. Пускай, надо подложить свинью врагу, правильно? Потому что свинья должна быть спереди всегда. Вот здесь вот свинья, короче, у нас будет стоять. А что по деньгам? Все, мани у нас закончились. Денег у нас больше нет. Играй, сборная Брейна. Свинья пошла, забивай, мать твою, забивай. Кенгуру? Я думал, это таксы. Забивай! Еее, мазафака! Смотри, как бегут. Это было охрененно. Так, ну что, Аршавин забивает? Нет, не получается. Перехват у нас идет. Твою мать. Господи, что они делают? Они пытаются выбить пенальти, но не получается у них этого сделать. Забивай, забивай. Отлично, отлично. Шикарно. Так, дальше. Темные и светлые сражаются у нас сегодня. Сторона силы, которую ты должен определенно выбрать. Мяч уходит вне позиции поля и пытаются сделать у нас что-то непонятное. Из меня комментат. Охуительно. Свинья бежит, и вепрь догоняет ее. Кенгуру оказывается немножко быстрее. И медведь без ноги пытается что-то сделать. У медведь и так без ноги, как и вся наша футбольная команда. Играют вот примерно как и выглядят. Это самое... Это тут были таксы. Я думал, такс нету. Скиняшные. Псики хорошие. Черт меня дери. Я обожаю эту игру. Она мне дико доставляет. Я играю первый раз реально сейчас. Только купил ее в Стиме. Надеюсь на вашу поддержку, друзья. Вы не забывайте ставить лайки, если, собственно, вам это понравится. Блять, медведь без ноги. Как они умудрились ему оттяпать ногу? Да, здесь есть такая жесть. Ну что, поехали дальше. Мы забили. Пока что идет все плавно и аккуратненько. Что у нас впереди? У нас ослы впереди, донки и свиньи у нас, короче говоря, конфликтуют. Сейчас мы должны разрулить этот конфликт на ферме и сделаем это очень красиво, я надеюсь. Я бы на месте разработчиков добавил бы сюда 100-500 уровней, потому что это весело, это реально забавно. Да, игрушка кровавая, игрушка, наверное, не самая такая хорошая по отношению к зверушкам, но, тем не менее, это весело. В данном случае. Так, ну что, давайте смотреть. Вот против нас выступает отряд в виде диких кабанов, ну, точнее, свиней, и ослов. И нам нужно выставить кого-то против них. Давайте огромного, блядь, динозавра поставим. У меня есть $350. Я предлагаю поставить парочку пингвинов. Они будут делать дело. У нас остается 10 баксов. Я могу, по-моему, купить собак. Собак 15. Ты представляешь, какая зараза у нас? Пингвин, полетели, ёптель! О, да! Нихера себе он выворачивает, смотри! Смотри, что он вытворяет, кипируэты, а? Ебическая сила, он сел на осла! Чёрт! Амахасла, асла сел на осла. Да, рифм, конечно, не очень, но ничего страшного. На версус пойдет. Блять, как он свинью расхуяривает. Смотри, смотри, что делает. Он с вертухи прописал ему просто. Хотел сказать с локтя, но локтя у него нет. Блять, это свинья... Что? Что с пингвином? Вот именно что... Давай, херач его! Эй, бич, get out the way! Давай. Ёбаный свет. Он его просто расчакил. Ослы бегут. Как-то так примерно. Идеально. Идеальная озвучка осла. О-хо-хо-хо-хо! Чёрт меня дери! Что за трэш творится? Мы в любом случае побеждаем, потому что такую вакханалию нельзя. Не пройти. Это что, желудок? Это желудок! А это что? Это сердце, господи! А это просто пингвин. А это у нас тоже без пипки. Ладно, едем дальше. Динозавры здесь какие-то странные все. Так, поехали, смотри, что у нас. Powerful Penguins у нас. Дальше. В общем, ваша задача уничтожить отряд пингвинов.
Вы можете нажимать, чтобы управлять ими. Давайте посмотрим, как это работает в данной игре. Это реально прикольно, на самом деле. Я думаю, будет сейчас. Наверное, скорее всего, могло бы было быть. Так, Powerful, ну что? Я могу тобой управлять? Нет, не могу. У меня есть 500 баксов, и я могу... Я могу что-то эпичное поставить. Так, давай попробуем сделать ослов. Вот парочку тут ослов поставим. И на них мы навесим какую-нибудь улучшалку. Допустим, вот так вот. Вот так вот. Давай, есть? Чего? Не хватает, мус, плиз? Денег, что ли, нет? Ты что, прикалываешься? О, господи Иисусе, у меня остается $195. Я не знаю, что мне заюзать. Свиньи у меня есть. Что такое острич? А, это этот, смотри, птица, похоже, такая эпичная. Смотри, какая у нас классная эта самая. Сейчас поставим остричи сюда. Пусть будут. Так, подожди. Страус, это же страусы, правильно я понимаю? Так, волк. Волк, хорошо. За 35 баксов можно и волк заюзать. Так, ну что, поехали. Мы на осла навесили эпичности. Хо-хо-хо-хо, нихера тебе, блядь. От него ничего не осталось. Черт меня дери. Его распидорасило наполовинку. Ну, хуяри давай его. Блядь, что-то я осел делает. Пингвины катаются, блин. Как это самое, как звезды по льду. Что за, блядь, тут происходит? What the fuck is going on? Черт меня дери. Пингвины, оказываются опасные ребята. И просто так с ними не справиться. Ёптель. У меня остается, по-моему, волк, и все. Херак! Он прямо на него прыгнул. Че волк творит? Они его не могут никак вынести, что самое забавное. Давай, волчонок, что он так смазывается? Хера себе. Давай, волк, давай! Эпическая битва. Очень похожа на битву, которая была у нас в последнем сезоне «Игры престолов». Ну что, ходаки идут у нас? Давай, белый волк, ты сделаешь это. Зима близко, мать его. Мне кажется, что вряд ли получится. Слишком много у нас тут пингвинов, и один волк вряд ли что-то сделает. Давайте сделаем резет. Можно сделать резет. Можно сделать. Значит, мы неправильно с вами выбрали изначально то, что надо было. Так. Гиены Рина. Можно попробовать Рину поставить здесь и здесь. Типа у нас сильная такая мощная артиллерия. Давайте сделаем Сигулы. Нет, не Варик, Зебра... Свинья. Свинья стоит 20-ку, и я надеюсь, что она оправдает вложенные в нее средства. Так, а $200, твою же мать, а? Слушай, а давай я уберу одну свинью, вот эту вот дальнюю. Вот мы ее уберем и попробуем вот тебе поставить. Сколько это будет стоить? Твою же мать. А если мы еще одну свинью уберем, будет как-то получше, наверное, ситуация, да? Ну, убираем. Убираем свинушку-то. Понятно, 190. Во, свинтуса убрали. А теперь давай попробуем. $200, мне как раз хватает. Во! Чё-то мне кажется, вряд ли это получится, но носорог-то убить не... Хо-хо-хо, а чё они друг друга долбить-то стали? Нихера он пингвина расхуярил. Твою мать, а? Вон они плавают, смотри, это самое... Хо-хо-хо-хо, чёрт меня дери. Братиш, ты живой? Бля, я примерно так же в детстве катался. Бля, у него мозги выплыли. Хера себе... Слушай, горит, смотри, горящий пингвин, типа, пацаны, потушите пукан, пацаны. Он побежал на 1 сентября, на линейку побежал, смотри, пингвинчик, бля. Что-то он ёбу, походу, дал, пацаны, он залагал. Что-то дерьмовая ситуация. Либо он уже трупецкий, либо хер его знает. Короче, одного единорога они чпокнули, вот сейчас будет жестко. Ёбаный свет, да ладно. Все мертвы? Что? Мы проиграли? Да как так-то? Хм, странно. А если я уберу эти две свиньи, у меня остается 50 бойчи. На самом деле мало. Так, хорошо. А если нам наколдовать дохера собак и одного целого носорога? Таксы вообще кровожадные, ребят. Твою мать! Таксы как-то плоховато справляются, но носорог делает свое дело. Давай, братиш, я понимаю, что на льду сложно. Блять, опять горящий, смотри, у него горящая голова. Ты куда пошел? Вы проиграли. Нас поимели, блять, как щенков, на самом деле. Не, собак надо убрать, собаки это не то, что нам поможет здесь выиграть. Так, жирафы, гипопотамчики. Давай полностью все уберем, есть $500. Медведи? Может быть, чего бы и нет. Парочку таких вот медведей, ну, допустим, 5 штук, поехали. Ну что, полярники, давайте делать дело.
Херачить игр... О-хо-хо, они, по-моему, друг дружку начали долбить, нет? Долби его, долби нахрен! Получается. Пять медведей, по идее, могут сделать что-то хорошее. Ну, то есть не прыгая друг на друга, изображая какую-нибудь любовь и страсть, а победить грёбаных пингвинов. Так, давай, 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 детка! Так, одного чпокнули нашего, но есть надежда на победу, как бы. Тебическая сила! Так, этого вроде тоже зажали, да? Есть, вот мы и прошли это дело. Я же говорю, надо просто было аккуратно все это делать. Так, оружие у нас было на R там написано. Сейчас проверим, что это за говно у нас. Prey. Давай посмотрим, что у нас там Prey. Так. Пустынные у нас с вами жители. Жители пустыни, смотри. Аллигаторы, львы и гиены. Заебись. Так, теперь надо понять, чего бы нам заюзать. Может, армию свиней создать? Такую эпическую, просто невероятную армию свинтусов. А им дать, допустим, пушки дорого. Давай флеймы. Посмотрим, как это будет работать. Так, раз, два. Ставь, ёптель. Три, четыре, пять, шесть, семь. Аллигаторы порвут в говно. Нет, я сразу говорю. Это будет жесткое, блядь, побоище. Все пиздос. Ой, плохо. Ой, плохо дело. Стрелка на стрелку, нихера. Где, блядь? Что происходит в игре этой? Что творится? Остановитесь. Я вас прошу, остановите. Это безумицы. Что? Кто живой, кто мертвый? Ну, понятное дело, что мы в тр... О, кровь в 3D. Так, кишочки. Кишечки, кишочки. Можно покрутить кровушку в 3D. Где ты еще так сделаешь? Свинки, простите, но вы здесь не варик. Слон за 800. Можно попробовать, но носороги, мне кажется, будут попиже все-таки в этой ситуации. Так, тут у нас 4 носорога. Кого мы еще? Гориллу ни разу не юзали. Вот эта горилла должна показать, кто тут у нас главный, блядь, в пустыне-то. Так, горилла есть. А давай кого-нибудь еще такого вот. Сигулы. Сигулы хороши, между прочим. Буффало, горилла, жираф за 125. Давай парочку жирафов заебеним сюда. Три жирафа, я думаю, нормально. Остается 175 баксов. Можно попробовать свиней. Знаешь, типа как бы сюда, сюда, сюда. Типа парочка свинок, так, для разогрева. Все, поехали. 55 баксов осталось. Я еще жирафов не брал и горилл тоже. Нихера себе, блядь. Смотри, что происходит за мясо. Мясо, мясо нам тут давай. Он что, его шопу целует, что ли? Оцепить. Ебать, колотить. Как это жутко смотрится. Носорог никогда в жизни так не прыгал, блядь. Все, мы победили. Да ладно. Ну, с такой рожей и без пипки определенно есть шанс на победу. Посмотри, посмотри на это, это ж просто жесть. Это машина для убийства. Он обнял его, как типа мой бро, мой пиздюк. Он его обнял, как этот мемчик, мой пиздюк, смотри, нормально так. Этот просто ему горло перекрутил. Я херею, блин, я херею просто. Я просто в ахере с этой игры. Так, хорошо. Топлинг Крей Тауэрс. Давай посмотрим 7-й левел и, в принципе, наверное, может быть заканчивать на сегодня. Первая наша серия будет такая вот, 7 уровней. А... минут... Ага. То есть как-то надо... Сейчас посмотрим. Сейчас, короче, сделаем. Давай, сколько нам? $350? На самом деле не так-то много. А, давай Рина сделаем. Раз, два. Давай попробуем так. То есть они должны это дело вдвоем как-то раздолбать, да? За 50 секунд нужно, короче, сделать так, чтобы эти коробки и башни обрушились. Не знаю, реально это или нет. Но чё-то как-то не особо срабатывает. Мне нравится в этой игре то, что разнообразие уровней действительно поражает. Не просто тупо мясо на мясо, понимаешь? Стенка на стенку, стрелка на стрелку. Не, я боюсь, что это как-то не то. Это немножечко не то, что надо было. Так, давай сделаем резет. Эти ребята нам не подходят. Давай посмотрим. Пингвины, кстати, могут затащить. Пингвины могут в этой ситуации неплохо так навалять. Давай попробуем. Они поплыли и херачат, смотри. Херак, блядь, я же говорю, сработает. Так, первый пошел. Это как Дженга, по-моему, да, называется? Где нужно так зарушить. Так, здесь готово. А теперь надо, чтобы они чпокнули вот эту сторону. Давайте, пацаны, полетели, ёпта! Блин, как у них классно все устроено. Так, валится, нет? Чё-то как-то не особо, по-моему, валится. Хо-хо-хо-хо-хо! Берегись! Берегись, закрывай глаза! Господи, какая жесть. 29 секунд. Надо, короче, полностью, видимо, развалять, да, чтобы яичко вообще не осталось. Вот именно что.
Падай, падай, мать твою. Я думаю, что мы справились с задачей поставленной, да? Это же не считается за ящик, он же типа разрушен уже. 15 секунд. А как нам, как мы поймем? И вот мы выиграли, я же говорю, пингвины в этой ситуации идеальны. Вы должны играть за каждого, за любое зверье, которое здесь есть, чтобы понять, какие плюсы и минусы есть. Так, spacebar to advance. Давай поедем дальше. А дальше мы поедем уже... Какой там за левел у нас? У нас появились ящеры. А ящеры мы оставим как раз с вами на следующую серию. Спасибо, что смотрели. Это был Beast Battle Simulator вместе с Брейном. Не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх. И удачной вам учебной недели, друзья мои. Пока-пока.